Брат, куда ехать? Домой езжай, в Ташкент. Чего орешь? Ты живой. А я теперь твой ангел-хранитель. Получается. Как мы сюда попали? Это я тебя сюда перенес. Вот этой штукой. Слышь, ты шизик, не собирай слушать эту хрень. Эй! Че за трип? А? Ты че меня накачал-то? А че, нормального ангела не было? Извини, брат. У Гитлера плотный график. Как это испарились? Испариться может капля росы в майский полдень. Ты сам-то чего Алхан делал? Он мне деньги был должен, а я с зоны откинулся, сразу к нему. То есть мне подогнали ангела, который сидел в тюрьме? Какой человек, такой у него и ангел. Там они, менты их приняли. Че там? Машина Алхана за нами едет. Ты можешь нас перенести? Им как будто какие-то шайтаны помогают. Твой друг-идиот продолжает меня расстраивать. Бабки принес? Принес. Сними бабки на телефон. Вот пусть один из вас держит вот это в руке. Улыбочку. Не-не, сиди. Чё ты им сказал-то? Ну, если они уроды, не успокоятся, мой друг нацист им ноги переломает. Я не понимаю, как нацист и кавказский жулик так быстро стали друзьями. Сегодня у многих аллергия на Кавказ. Иногда у меня тоже. Ярик, что с тобой? На 3 дня пропал, уже друзей каких-то нашел. Я не поеду никуда. Я вернусь, а? Не стресся, ангел. Какой-то ты нетипичный. Шерсть, где твоя? А где твоя балалайка?